Последние звонки прозвенели во всех школах городского округа. В 5-й гимназии нынешний выпускной юбилейный, 60-й. На празднике побывала съемочная группа нашего телеканала. Белые фартуки и бант у девушек, строгие костюмы юношей. Праздничный наряд выпускников завершает алая лента. 11-классники готовятся услышать свой последний звонок. На протяжении всех 11 лет я училась в этой школе, и, конечно же, за это время я успела очень сильно привязаться как к своим одноклассникам, так и к своим педагогам. И сейчас расставаться достаточно грустно, но одновременно с этим я понимаю, что меня ждет новый этап поступления в институт, новые знакомства. Мы вступаем во взрослую жизнь. У нас открываются двери, в которые мы вот обязаны просто зайти, чтобы вот наше общество куда-то шло дальше. Желаю всем моим одноклассникам, чтобы они сдали те экзамены, которые хотят, и поступили туда, куда планируют. Пятая гимназия во взрослую жизнь отпускает 24 выпускника. Ребятам тяжело расставаться со школой, которая за годы учебы стала родной. В то же время их переполняет радость от открывающихся перспектив. В зале звучали школьные песни, стихи и напутственные слова. Так жизнь устроена, что дорогу осилит идущий, везет тому, кто везет. Это такие как бы простые житейские выражения, но они говорят о том, что кто упирается, хочет, трудится, собой занимается, у него всегда все получится. Поэтому искренне желаю, чтобы у вас все получилось, вы состоялись. Среди наших выпускников много волонтеров, участников Олимпиад. Достойные дети, образованные дети. Давайте им поаплодируем. Последний звонок в этом году прозвенел для 1205 люберецких выпускников. Но пока им предстоит подвести итоги школьной жизни, сдать выпускные экзамены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.